Белые лебеди вновь ударили по наземным целям под Воркутой. Боевое применение авиационных средств поражения отработали экипажи ракетоносцев Ту-95 и Ту-22, вылетевших с аэродромов Саратовской и Калужской областей, сообщает Минобороны России. Полеты проходили в рамках летно-тактических учений, в ходе которых Ту-160 выполнил попутную дозаправку в воздухе. Посмотрим этот момент. Напомним, самолет этой марки способен нести несколько ракет, которые могут иметь в том числе и ядерную боеголовку. Дальность их действия более 3000 километров, а значит, ракетоносцу не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар. Координаты закладываются в память ракеты до ее пуска.